Мы, друзья, находимся на знаменитом Санта-Крузовском бордвоке. И вот сейчас мы идем на вот это мероприятие. Называется Sea Glass Festival. Вот сегодня в субботу и завтра в воскресенье. И тут на двери тоже написано Sea Glass and Ocean Arts Festival. Вот такое, можно сказать, почти сказочное здание. Вот. Ну что же, отправляемся. Такое помещение. Здесь билетики продают по пятерочке на нос. Сейчас Светлана берет билетики. Само себе помещение, в котором эта выставка проходит, оно такое довольно прикольное на самом деле. Вот у нас с фотографиями. А здесь ювелирка. Да, много изделий таких ювелирных. Честно сказать, я небольшой любитель и небольшой ценитель именно этой части. Ни одно из мероприятий такого сорта не обходится без того, чтобы было где покушать. Кружечки, тарелочки, керамика, однако. Эй! So you are the artist? Yes. Okay. Would you say a couple of words? Well, is this German? Oh, the accent Russian. Huh? Russian. Oh, welcome, Russia. I love ocean. I love the flow. Okay, so you are trying to resemble ocean in your ceramics. And flow. Uh-huh. You know, show clay moves like water. Mm-hmm. That's my idea. Okay. And that you can serve something on a plate that has some character to it. Uh-huh. As you serve, you're giving. Uh-huh. Okay. Make imprints. I love texture. I love our ocean. I want to take care of it. Okay. Вот, а у этого автора фишка состоит в том, чтобы ракушки использовать для орнаментов, для обрамлений. Вот видите, тут зеркальце. Пич. Ну так красиво. Все такое ракушечное. Рыбки. Елочка. Надо же такое. Приближается новогодняя тематика. Вот такие прозрачные штучки, которые хорошо повесить в окна, чтобы солнышко нападало, и оно будет очень красиво светиться. Вот их там много разных. Это довольно популярные виды такого прикладного искусства. А вот такие малые формы, совочки, солонки, тарелочки. Вот такие керамические плиточки, их встраивают и в стенки внешние, уличные, и в внутри дома, где-нибудь в ванной, или там на кафельный пол, или на стеночку, в кухне, вот такого. So, how is it supposed to be used? I mean, it's jewelry. No, okay, no, so I mean, these are plates. The plates. Are plates. Yeah. You just use them any way you want. You can either have them hanging on the wall, uh-huh. Or you can use them as like an appetizer plate, as long as you don't put them in the microwave or the freezer or the oven. Yeah. They make a really nice little serving plate for sushi or cheese. Okay. Такая прикладная ювелирка. Это
мы смотрим с вами, друзья, в калейдоскоп. Так вот, если я отойду подальше. Нет, да, поставь, я покручу. And you know, there's a little square here that you can turn. You know? Ah. Yeah, there you go. Yeah, there you go. Ага. Там можно крутить еще. Ты видишь, да? Вижу, но не очень. Тут вот этих калейдоскопов какое-то невероятное количество. А вот черепашки, это как бы такая, черепашки и дельфинчики, это очень популярная тема в морских городах. Во всяком случае, на тихом океанских побережьях и островах дельфинчики и черепашки очень распространены. Вы можете спросить, друзья, а зачем вот эти каменюки такие, стекляшки, цветастые? Ну, есть люди, собирают, раскладывают, в вазы кладут. Большой ассортимент, как мы видим, стекляшек. Это, друзья, мыло. Пахнет невероятно, ароматизированно. И вот тут даже вот вывеска говорит, значит, морские мыла. So you make it yourself? I do. Ну и, естественно, подвесочки. Когда-то вот на такое выменили всю Африку. Да. Керамика. Тоже керамика, но уже другая. Тарелочки, там, черепашки. Гостеприимный морской лев приглашает всех положить ему в чрево что-нибудь такое. Крокодильчики. С крышечкой. С крышечкой. Это, наверное, обезьяна, вот я так думаю. Отсюда по выражению лица. Вот тут гипопотамчик. Если туда нужно посадить растение, тогда получится, что это у него волосики. А, я понял. А это копилочка, слушай. Здесь происходит розыгрыш, как бы лотереи такой. При входе мы покупаем билетики по пятерке. И дальше вот стоит, например, банка и корзинка с призами, которые разыгрываются. Разыгрываются они конкретно вот в 4 часа. Если ты хочешь в 4 часа, чтобы тебя разыгрывали, кладешь свой билетик в эту банку и сзади надо фамилию написать, чтобы знали, кого выкликать. А вот и эта банка для тех, кто хочет разыгрываться в 3 часа. Соответственно, там свои подарки какие-то. Вот. А подарки эти все – это donations от тех людей, которые участвуют в выставке. То есть они на них сами не тратятся. Вот какие-то. Это на 2 часа. Свет, который час ночи? Сейчас 12, уже мы проиграли с вами. То есть мы не выиграли, мы не проиграли. Это негативно, позитивно. Мы, да, кто-то другой выиграл. Да. Вот, какие-то предметы. Вот здесь происходит все это мероприятие. И тут вот, пожалуйста, вид из окошка на все, что нужно видеть из окошка. Песчаный пляж. Волны бьются, вот там пирс, известный Санта-Крузовский, ворф, они его называют, верф. Вот, и тут народ отдыхает. Сегодня не очень многолюдно, все-таки 2 ноября, вот, но есть люди. Вот, значит, такая конструкция, эта металлическая часть, она постоянная. А вот стеклянная, вот эта вот, это вставка, она вставляется, и их там отдельно продают. Вот они там стоят на столе, вот эти. Вы можете иметь много разных вставок, и ваш калейдоскоп будет по-разному показывать.